Только не, как Кросс, будем Аутбаунд сливаться? вообще карта есть? А ты же командир. Да. Кронос. Нет. Я понял, что там этот вертолет боевой. А что, там карты нет у кого-то, что ли, еще? Ни у кого нету карты. А, и у командира нету. Поэтому я у всех есть. В смысле, вы карту не видите или что? Да. Я вижу карту. Хотя бы куда-то идти надо, знаете. Хотя бы направление. Север, юг, восток, запад. На север. А у нас у всего отделения нет карты. Уже хорошо. Зато у тебя есть GPS. У всех. Где-то градусов на 20, не на 0, а на 15, на 20 идти надо. От места нашего спауна. Город Воркута называется. Она на севере от нас находится. Зачем это им знать без карты? Стационарные карты брать будем? Давайте только на одной КВшке, пожалуйста, без отрядов. Почему? Ну, так, смотрите, стоит. Ну у нас есть город. Мы можем его со всех сторон зайти. Можем сойти все с одной стороны. Как будем, с одной стороны или окружать? С одной, конечно же. Хорошо. А потом окружать. Нам бы дойти сначала. А у них ПЗРК есть? Да. Дайте смертника одного мне. Со строкой сядет, он постреляет. Не надо, у тебя как у пилота есть. Есть нар и нормально будет. Есть мысль не на Беттер. Беттер поедет сам, без пехоты, а наверное, в касатку мы все не влезем, да? Там 24-ка, там показывает. Там не 24-ка, да. Ну, на Беттере поедем. Чё? Ладно. Мне тогда перезайти за стрелка, что ли? В смысле, ты пришёл? Стрелка чего? На вертолет, если там стрелок. Если там 24-ка. Шансов, я за, давайте. Нет. Только я ни разу не летал. Не, ну как-то часов. Летал, но в эйсе не почему-то да, лучше летал. Не стоит. Эффективность его в груди все равно будет мало, пулеметы этого. Да, может, ракетами поставляют, турами. Турами он сам может по прямой в здание попасть. По-моему, Север, если убрал здесь зону эту аномалию, то, скорее всего, он вертолет поменял. И больше двух, ой, больше одного бота убивать не стоит. Потому что если там тоже есть непись, которая ходит по базе своей, она агриться начнет на вас. Ну, это в 2.1 версии были боты там, по крайней мере. Да, и здесь тоже есть наверняка. А в 2.1 версии какой вертолет стоял? Касатка. Странно, 2.1, а это 1.2. Че? Версии на убыль пошли. Ладно, тогда вместе делать едем, грузимся. Сейчас решу я, куда мы приедем. К нам рандомщиков поменьше пришло. Угу, все, понял. А камуфло у врага такое же, как и на версии 2.1? Наверняка, да. Окей, тогда если что, новички, там двое типов в черной форме, как в сталкере долг. Один в гиле, снайпер, а остальные в масках и в капюшонах. Ну, кто-то в капюшонах с маской, а кто-то просто в масках. Это враг? Да. Это бандит Балаклава называется. Ну, по крайней мере, на версии 2.1 так было. Короче, главное своих запомнить, да и все. Это на той версии ты горел, да? Не, это не та карта. Но город тот же. Ну и чё, стартуем или чё? Я рисую маршрут, чтобы было понятно, как идти, потому что потом заблудится еще. Да, все нарисовал. Тут на брифинге нету карты. Мы все вместе до города пойдем, а потом уже разделимся. А, ну все хорошо. Сейчас я точку высадки Беттера нарисую, чтобы можно было.
Как хорошо, что спидер на той стороне. Тишина и спокойствие. Так, ну дальше просто мы пройдем, зайдем город и с этого места на север пойдем. Все, дальше уже понятно, без карты уже. Все. Так, КВшки у нас дефолтные остаются, чтобы не путаться. КВшка. Ну, задвиг там. Я думаю, что она нам не пригодится, КВ достаточно. Здесь расстояние маленькое. Сдвиг напишите, да, и все. Плюс один сдвиг от стандартный. Да. Ну все, поехали. Охренеть. Да это... Что такое? Там... Что случилось? На... Вау, прицел, на вале включи. На вале прицел поломался. Нормально все. Кстати, да, так я понял, да, собственно. Да. Попробуй топос поддать, кого он может помочь. Жвачку прилепить. Не-не-не, это, ну, прицел, типа, железка, ну, как это, оптики на железку перекрыли. А у меня железка только есть, у меня оптики нет, мне повезло. Так, у него тоже оптики нет, только второе, потому что у него, как у меня, трёхкратный зум без всего. А, нет, ребят, у меня все ништяк, у меня это есть. Планка. Планка есть. Окей. А у него кобру прицела есть. Все нормально. Так, остальные на бетер что? Кстати, хум, я хотел тебе сказать, вы пикали. Хум, я хотел сказать тебе видок про это хрень, когда вы нас сужечности играли. ПНВ можно сбросить, она нам не пригодится. Чё? Я хотел сказать про эту хрень, сужечность. Обычно мне нужно. Где, куда, куда нам? Куда садиться, ребят? Нам садиться. Делаем, куда едем? Покажите карту. А самый ближайший беттер к вертушке, которая была. Грузимся туда. Экипаж. А ши... Тут водитель есть? Водитель есть? Вот. У водителя... Че стрелка нет? Стрелка чего нет? Тут все занято, просто гонится. Один и другой бетер. Да сел нормально. Либо на стрелка. Его не пускать на стрелка, видимо, ограничение просто. Че, выдвигаемся, нет? Че карта нет? Да. Дальше. Че карта-то нет, я не понял. У водителя БТР есть GPS или карта? Карта не нужна. Есть, есть. Ну все, давай, двигайся. На дорогу выезжай, да, на восточную. И там будет маршрутная синяя линия, по ней едем. GPS вроде у всех должны быть. Да, самим отрабатывать или по вашему запросу? Самим. По дороге старайся ехать. Хорошо. Меня сейчас забанят за эту музыку. Помогло тебе? Прицелу? Да. Спасибо. Не понял, почему у вас волны не было прицела? То есть рейки, что она будет в этом момент? Че? А что у вас мало нету прицела, я не понял. На, переключись на дополнительный прицел, там должно быть. Это просто глюк, с, в общем, армовские винтарисы они поменяли, и там наследование прицелов произошло без оптики. Нет, они просто спилили винторез, прицел с железки. А, механику, да. Не, у меня просто сейчас винторез, как не было на сутки. Ну, я говорю, включи на этом... дополнительный прицел через свэш наклоны. Буду на дальнейшем, кстати, хорошо, спасибо. Ну и у тебя бонус есть, увеличение дико. О, да, достаточно. Блин. Кстати, я кроме сегодня обнаружил, что у нас есть древнейший баг на BMDR HS, тоже с дичайшим зумом. И на отстреле такая хрень тоже есть.
по поводу. Так никто не. Я РХС не трогал вообще. Если на, если на стрелка сесть ПМД, потом высунуться, нажать будет кнопку, либо нолик, будешь смотреть подвижно, правда, но защищаешь зуму вперед. Хренозно. Знаешь, везде есть люк с тем, что можно узнать, есть ли впереди враг или нет, где он вообще есть и на чем. Здесь вроде как пофиксили эту хрень. Не, это везде можно там без кнопочки командирские. Ну, даже а если говорить, да. Так далее. Ребята, второй бэттер также высаживается, где и мы. Да, да. А, ну все отлично. А просто тут бараж, да? Проехали линию эту. Ну а как? Придем, поздороваемся, здрасте. Ну, вам тортик привезли. А они нам без каваша. Бум. Че, может кто-нибудь со стрелка сидит? Ну сейчас до леса, до выезда из леса доедем, до этих. О! О вертушка. Это вертолет, скорее. Похоже, на были. Давайте-ка мы здесь остановимся, высадимся сначала. Да. Стоп, 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 теперь стоп, стоп. Бетер, бетер, стой, 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 стой. Мы высадку делаем здесь. Высадка. Здесь высадка, я думал, дальше. Здесь. На 40 идем. Я боюсь дальше там на коробочках. А мне на стрелка как там будет сидеть? На крыше смотрите, на дома, на крышах могут сидеть. Почему в технику только экипаж может сесть? Вы кто-нибудь из одного бетера выйдете, сядьте, водила один выйдет, или ладно, тогда да, пересаживайтесь. Нет. На крышах уже могут быть, да? Да-да-да, могут на крышах, поэтому внимательно. Техника разбитая, может фонить радиация. А противник эти сатанисты, да, Светан? Сатанисты и ЧСО, по-моему, или НАПОЛ, но они, короче, с этими, в штанах белых, по-моему, и с повязками, банданами всякими. В общем, забор уже, что остальных. На дальней крыше на 40 вижу пехотин. В глубине города. А где все остальные? Пересек асфальтную дорогу, большой труп. Стрельни радиации, короче. Че? Какие радиации тут, бля, блядь? Урал, ребят. Так, только краб добрался, а нет, вижу еще репита, вижу. Подходим. Глаза. Студент. От этого места, наверное, если на север идти, как раз надо захватить кинотеатр. И там от кинотеатра по правую руку еще магазин будет. И школа, и потом дальше, да, там еще школа. Здесь здания, они входябельные, нет? Входябельные? Частично. Буду занять какую-нибудь крышу, у меня оптика. Ну так, вперед. Сейчас дойдем куда-нибудь, до дома какого-нибудь. Можно аккуратно. И на шепот все перешли. Можно это делать, студент, мне тоже оптика. Да, нужно, нужно. Вот дом входябельный. Вот кладка, нифига не видно, 300 метров дальше не видно, нифига. С бетера не видно. А с вертолетом есть связь? Аккуратнее работать. Желательно район кинотеатра и магазина сейчас обработать, пока наших там нет. Зашел дома, тут только.
А мы продолжаем север. Ищу свободную крышу. Там на одной крыше снайпер в гиле был. Сильно не торопимся. По крабу долбят, по-моему. Поднимусь, попробую разобраться. А может уже это стали? Сиди, ты нашел? Вот в крышу. Да, я на крыше. По нам аккуратно. Да, по мне там. Да. Наблюдаю, знаю. Все нашел. Наблюдаю шапера, попробую снять. Свой. Нет, ну лёг, почему? Снайпера не попал, походу. Ветер сильный. Краби очнулся, у меня снайпер пустой. Да. Мне перевязка нужна, потому что сам не могу. Сейчас попробую. Где вы? Не заглючил. Как бы не заглючил, я бы тебе пулю не засадил. Не позицию. Снайпера как-нибудь там давить. Давай, это морфин. Иди аккуратно, он отсюда дуб. Морфин разреши? Нет, морфин нет. У меня есть. Что там со снайпером? Подавили? Да, подавили. Хорошо, дальше тогда двигаемся. Здесь не втыкаемся, сюда придут люди и нам им накажут нас. Снайпер на крыше был или где-то еще? Да. Был на крыше, но уже подавлен. Подавлен, это значит он что или что, или просто заныкался. Это значит просто заныкался. Это значит просто заныкался. До Паши дошли, до Паши. Я вам что, контрольная точка? Да-да. Мои визы отмыли. Краб, ты там как, прошел? Я на север, Паша, именно. Я на север шел. Хорошо, до тебя иду. По одному идем. Зона простреливает. Вроде нормально. Так, повторите, что нам нужно захватить-то? Кинотеатр, магазин и потом школу еще. И все это добро. У нас 50 минут есть, можно сильно не торопиться. Я на метке в Б дом или в Б дом. Ну, у нас карт нет, поэтому. Судя по всему, это где-то северо-западная окраина города. Ну, мы примерно там. Краб, ты снайпер? Нет. Я похож на северо-восточный. А то вот здесь краны тяжелые. Ну, в душе он снайпер. Отработаю. У них, учтите, помзы еще есть, я вспомнил, у них помзы есть. Внимание, настройки есть, меня еще только что отработали со стройки. Принял. Че это? Подошли к этому ремонтной мастерской многоэтажной стекляшке, короче. Это не кинотеатр? Рядом кинотеатр. С какой стороны? От нее наш 50 кинотеатр примерно. Или 60. Ну, прям по кинотеатру можно работать сейчас, пока там наших нет. Но скоро будут наши минут через секунд, через 10.
Здесь сейчас краб захочет аккуратнее вообще, аккуратно. Здесь там, я вижу, боты валяются. Снайпер быстрый. Я подниму сейчас по лесенке на второй уровень, где вы прошли. Кинотеатр репит, и еще пару человек, еще один человек находится аккуратнее. У меня сама. Паша жив? Да, жив. У нас тут над головой был в комнате один. Убили? Да, убил. Может на 7 метку поставить? Внимание, заходим на школу. А у меня тут халявная РПГ-ха, сейчас я из нее по магазину дам. Внимание, снайпер спустился или вниз, бегает среди ела. По городу. Кто у меня здесь ходят рядом, делают? Не прошло. Ну просто под тобой лежим, наверное, за. У меня, по-моему, на крыше кто-то враг. В тупике. Да, можем, нужно. Я у кинотеатра просматриваю дорогу. Сейчас будет с юга. А со спины отойди. Синкон. Отойди сзади, сзади, уйди, там сейчас струя будет. Все, все, чисто. У меня 18-й есть, сейчас туда еще дам 18. Да, сейчас дам. Еще немножко писечку пролетел. Пробегай. Так, настройки принял босса. Настройки снайпер минус. На крыше кинотеатра человек. Отработал по нему, но не знаю. А стекляшку проверяли эту заводскую? Бит валяется без сознанки. Вот его здесь за хера. На входе. К сожалению, это был обификс. Че ты там говоришь? Потерял. Из северо-запада стрелял кто-то. Синков, смотри вход, чтобы оттуда не прибежал. Вход. Смотри, какой вход. Севера, по-моему. Севера вроде как. Севера по нему отработано. Северо-запада отсюда. С северо-запада по мне долбили, вон там за углом. Я вон в ангар, который на север на 20 пытался забежать. По мне. Так, давайте мы рассосемся, а то сейчас граната придет. Да, да, да. Так, мы здесь не выйдем. Репит, давайте я шмальну. С рукав хотя бы, или вертолет? В школе, скорее всего. Вот на севере у нас школа здесь за забором. Скорее всего, там кто-то есть. Я вас нашел. Можно попробовать. Прям с запада по меня шмальнали, вот из-за угла, где я валяюсь. Сейчас лесенку подниму, по лесенке поднимусь и встречу. Так, минус еще один труба на стройке. Медики есть какие-нибудь, ноги золотые? Так, тут труп. Одиночными? Так, беру их рацию, сейчас послушаю. Паша, на второй этаж не заходи пока, сейчас там друг. Да я на крыше пока хожу. А, я думал, ты на крыше школы? Так я как раз туда хотел захерачить. А все, все, здесь чисто. Тут труп уже лежит.
Все я тут. Взял рацию. Ну, по их рации ничего не говорят, тупо молчание. Помза на первом этаже школы. Да ладно, я пробежался, ничего не нашел. Девятиэтажка на 150, снайпер, сейчас попробует работать. Свой? Ну, лежащий на крыше. Помзу специально подорвали или кто-то попался? Да, я подорвал, подорвал. Окей. Немножко покосячился. Так, сейчас на меня свой смотрит. Так, вы в школе, да? Да, проверяю школу, первый этаж. Я в кинсетке уже. Да, там кто-то еще должен, надо, чтобы я захватил... Не было никого. Ой, или там больше никого. Я тут подползаю. С западной стороны у кинотеатра. Мы как раз западной зашли уже, мы не знаем. Ай-яй-яй. Да не потерпи. Около стекляшки. Враг находится там, где еще синий контейнер. Синий ангар, что ли, на востоке? Синий мусорный контейнер. Внимание, вовнутрь кинотеатра на первом этаже, в фойе не входите, там пом состоит. За ресепшн. Окей. Okay. Он, наверное, там люди сидят. Наверное. Туда граната прилетела. Сейчас нет. О, нет. Так, кидаю гранату в фойе, чтобы, может быть, снять. Отойдет, нет, вдруг сейчас пожу в дверь. Она у меня останется. Вас всех еб. Давай, давай. У нас кто-то умер. Кого-то убило. Кляха рванула. И с ВДХ долбится стройки. Или... А есть дымы у кого-нибудь? Накидайте дымов. Закройте всю эту херню. Пустой нету. Это свои кидают? Я. Тихо. Вроде прошел кто-то, вот прошел там за спиной кто-то прошел, у тебя сзади бомб застоял. Нет, здесь нет бомбы, либо она не та была моя игра. Ну не помза, а этот, господи, Клаймер. Опа, ни хера себе, здесь монг стоит. Чувак, хорошо. Я и говорю. Я сейчас не хочу проверять. Ее, по-моему, на дистанционный подрыв ставили. Обезвреживаю. Стекляшка, да, бежал. Скажи мне, Банзай, вот кинотеатр, стекляшка, это где, какой? Все, обезвредил. Студент передаёшь, как в школе бежать. На 140 на кинотеатр. А на выходе тоже еще одна стоит такая. Там рядом еще кто-то дым. Расстрел. Обезвредил. А на крышу? На 140 до хера людей на крышах сидят, это, блять, кто? Все свои, неужели? Наверняка нет. На 140. На мы это захватили или не кинотеатр? Не было никакого сообщения. За крышу двое сидят. Не могу понять, кто. Крюк, я тут. Да постреляй, попугаю, постреляй, Кричать начнут, значит свои. Не кричат, значит не свои. Я лезу на лестницу. По лестнице на крышу кинотеатра. Как поняли, на крышу кинотеатра лезу. Давай. Так, первый ярус чист.
Еще кто-то шагал. Снайпер. Отлично, стыкили, по-моему. Отлично. Первый этаж, второй, вернее, чист. Лезу на третий. Около стекляшки гили пробежал. Вы его сняли? Куда? К вам на север. Кинотеатр. Не видели. Нашего сняли сейчас только с юга, смотрите. Тихо, тихо. С запада сняли. Я кого же сейчас слышал с юга? Это били со стороны запада школы, с западного края школы где-то били. На крыше нашел. На крыше нашел чувака, мертвого. А как мы захватим все это дело? Я не понял. Здесь, значит, кто-то еще есть где-то. И все по одному уходят к школе смотреть, искать. Такие прям такие рэмбы все. В общем, от кинотеатра еще металлический щитовой дом есть на 100. А его тоже нужно будет захватывать, насколько я помню. У меня ГПХ есть, если издалека можно, наверное, его. У меня тоже есть. А, нет, уже нет. Сильный металлический, так? Да. Сейчас прогоню. Ну, серый металлический. А магазин кто-нибудь проверял вообще? Да, там чисто. Или забаговало, или диск кто-то есть еще. задача-то захватить центр, школу, кинотеатр и магазин. Для захвата требуется более 3 человек. Нас здесь сколько? По-моему, 2 или 3. Ну я на крыше кинотеатра. Я тоже в кинотеатре, и походу все. Среди нас больше никого нет. Ну репит живой, но я отполз от кинотеатра. Там я был, мы там нас 4 было. Начали. Ну походу единая зона, это кинотеатр, магазин и школа. Прочекали на 100% только школу и кинотеатр. Возможно, магазин остался. Бежал. Двое наших уже в магазине, двое наших в магазине. Паша третий. Чё-то, по-моему, сломалось в миссии. А, враг в магазине. Двое в магазине. И по мне ещё справа долбит, ё-моё. Дай ГП. Нету. Прям передо мной.
мимо пробежал, я не смотрел, что это наповец, охуеть. Я тоже думал, когда ты прибежал. Проверили магазин? Проверили. Угу. Паша лежит. А то да, все проверили. Да. В школе. Я так понял, ГПшка, РПГшка убила всех в магазине? Нет, точка не брала. Без сознанку. Потрясающе. ПЗ точка не бралась. Вы там одно время были всей толпой в этой зоне. Ну, значит, глюки какие-то, наверное. Значит, мы выиграли. Нет, у нас еще стрика. Все равно. Так, ну, стрики никого не было, ты там пробегал. Ну да, это нужно.